Всем привет! В этом видео вы узнаете, когда состоится стрим разработчиков и выйдет обновление 2.7, а также сколько дополнительных круток вы сможете накопить за все это время. Ну и вступайте в нашу группу ВК, ссылочка есть в описании. Всем приятного просмотра! Во-первых, по последним новостям, стрим разработчиков должен состояться 20 мая. Обычно Хуеверс выпускает новые обновления по средам, где-то через 12 дней после проведения стрима. Поэтому из-за сложившейся ситуации обновление 2.7 выйдет 1 июня. Как видите, это совсем не скоро. За это время игроки успеют накопить еще много круток. Сегодня обновилась Витая Бездна, поэтому около 600 примагемов вы сможете забрать оттуда. Также обновился магазин Паймен, а это еще плюс 5 ивентовых и 5 стандартных круток. Версия 2.7 будет задержана на 3 недели, так что за это время магазин Паймен успеет обновиться еще раз. А это снова плюс 5 ивентовых молитв и 5 стандартных. Выполняя ежедневные задания на протяжении 32 дней, вы получите 1920 примагемов. Дополнительно 2 раза обновится Бездна, а это еще 1200 камней истока. Ивент с Либенем принесет 380 гемов. Еще 300 примагемов за промокод коды со стрима разработчиков версии 2.7. За все это есть возможность получить 4400 примагемов и 10 ивентовых круток. То есть это равняется 37 ивентовым круткам. И еще не забываем о компенсации от разработчиков за перенос обновления. Будете ли вы собирать эти крутки? И на кого их потратите? Ответы пишите в комментариях. Ну, а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока!